Привет всем. Ну вот, сегодня 31 число. Я съездил в больницу на дневной стационар. Прокапался, все хорошо. Анализы стали лучше. Билирубин упал в два раза. Был 125, сейчас 60 с чем-то. То есть, в принципе, все нормально. Трансаминазы печеночные лучше стали. Все постепенно налаживается. И вот сегодня 31 число 22 года. Хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в работе, все, что вы хотели, запланировали, чтобы сбылось в будущем году. Здоровья, успехов, удачи, взаимопонимания. И всего-всего самого лучшего. И все, что вы хотели и желали, чтобы все это исполнилось в новом году. Ну вот такие вот дела. У нас все нормально. Приехал вот ребенок с другого города. Он у нас учится в Красноярске. Ну это где-то 160 километров. И вот он приехал на 6 дней сюда к нам. Ну вот маленько готовимся. Небольшую елочку нарядили. Ну, так что все у нас хорошо. И вам того же желаю. И только самого лучшего. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну, а на этом, в принципе, все. Всем удачи. И встретимся в новом году 2023. Пока.